не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. И мы сегодня будем развенчивать мифы о космосе. Казалось бы, ну какие мифы остались в 21 веке? Вы знаете, опросы 2017 да и начала 2018 года показывают такие ужасные результаты, что волосы шевелятся не только на моей голове, но и на голове крупных ученых. Сегодня в гостях передачи данных человек, которого мы ждали давно и давно приглашали, но вот сегодня удачно улыбнулась. Астроном, доцент физического факультета Московского государственного университета, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, добро пожаловать и здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте. Владимир Георгиевич не раз, особенно в начале лекции, любил говорить, что главные распространители мифов – это журналисты и вообще в науке, да, потому что... Ну, слабо готовиться. Я сегодня решила не разочаровывать. Я, наверное, впервые в жизни слабо подготовилась к программе, и в первую очередь потому, что хочу поставить такой эксперимент, потому что было бы неинтересно. Я знаю, как развенчать этот миф, вы тем более знаете, да? Что же нам время терять, как говорил Миронов. Вот. А время хочется как-то и не потерять, а провести с толком. Я предлагаю начать с того, чтобы вы мне задали пару простых и пару таких серьезных вопросов. Ну, то есть, конечно, только, пожалуйста, не про темную материю. Мне кажется, ученые сами не до конца понимают. Нет мифов. Нет, что вы. Вообще миф – дело обычное. И у каждого из нас в голове есть мифы по поводу того, с чем мы плохо знакомы. Правда? С чем-то мы знакомы, а с чем-то совершенно понаслышке. Согласна. И, конечно, голова забита мифами. У меня, например, в области экономики, политики, у вас в области астрономии, потому что это не ваша профессия. Это нормально. Но хочется не быть обманутым, правда? Хочется все-таки знать правду и детей своих воспитывать на правде, а не на каких-то своих заблуждениях, пусть они растут более просвещенными. Но давайте я вас спрошу о вещах, которые, как правило, люди неправильно понимают. Ну, например, простые школьные мифы, которые нам объяснили, а мы не запомнили. Почему бывает зима и лето? Почему смена сезонов года на нашей планете происходит? Вот сейчас с зимы к лету мы переходим. А почему? Ну, это я запомнила прекрасно. Это правда, в школе я помню даже рисунки очень хорошо, потому что Земля вращается вокруг своей оси, поворачивается то одной стороной к Солнцу, то другой. Той стороной, в которой она обернулась к Солнцу? Нет. Когда она поворачивается, у нас день сменяется ночью, так. А ночь днем. А я спрашиваю, почему лето сменяется зимой, а зима – летом? Смена сезонов года. Ну, если она всегда вращается вокруг Солнца, и еще она вращается вокруг своей оси, расстояние около, от Солнца у нее примерно всегда одинаковое, это не было бы причиной. Тогда получается что? Может быть, наклон у нее меняется? И это я вот просто думаю про полярную ночь и про полярный день. Наклон меняется, и порция Солнца где-то больше, а где-то меньше. Вот, вы сейчас упомянули сразу два мифа на этот счет. Вообще я провалилась. Да, 100%. Первый миф – это что Земля меняет свое расстояние от Солнца. Дело в том, что это правда. Она меняет свое расстояние от Солнца. Но миф заключается в том, что не это является причиной смены зимы и лета. Потому что если бы это было так, то всегда лето было бы на всей Земле, и зима тоже на всей Земле. А мы точно знаем, что когда в Австралии зима, у нас лето, а когда лето в Австралии, у нас зима. Значит, и там вообще ходят вниз головой люди. Вот, ну это да. А по поводу изменения наклона таки нет. Тоже Земля нет. Такой большой волчок, что заставить ее ось изменить свое направление, так это вряд ли у вас получится за полгода. А на самом деле она не меняет. Она просто постоянно наклонена к своей плоскости орбиты, и когда половину орбиты она проходит, она одно полушарие демонстрирует Солнцу, а на второй половине орбиты освещается другое полушарие лучше, чем первое. То у нас больше Солнца, то в Антарктиде больше Солнца. Mm-hmm. Вот таким образом. То есть ось наклонена, но она не меняет свой наклон. Вот, пожалуйста, сразу три мифа я развенчал, да? Владимир Георгиевич, тогда я не понимаю, подождите, а при чем тут день с ночью? Вы же то же самое сказали. А день с ночью абсолютно ни при чем. Вращение Земли вокруг оси – это смена дня и ночи. Да. А вращение вокруг Солнца – это вращение вокруг смена... Солнца целый год требуется. Полгода чуть-чуть одно полушарие лучше освещается Солнцем. Представьте, если бы ось вращения Земли вообще лежала бы в плоскости орбиты. А
есть такая планета, она называется Уран, она именно так. У нее вообще полгода на одном полушарии день, полгода на втором полушарии день. А у нас так только полярные области. Знаете, да, полярная ночь, да, полярный день. Вот, ну, то есть полунаклонены мы к Солнцу. Ну, заметно на 24 градуса. Вот, почти. Друзья, смотрите-ка. Вот оно как. Запишите. Я, честно говоря... Не надо записывать, а просто... откройте учебник за 5 класс. Природоведение. И там все это нарисовано. Я в шоке. Ладно, давайте меня добьем тогда вторым вопросом. Давайте, более сложный. И, пожалуй, более... окрашенный вопрос политикой и какими-то нашими такими, как сказать, патриотическими чувствами. Были ли американцы на Луне? Мы знаем, что были, вот в книжках написано «Аполлон» и «Летали на Луну». А это миф или реальность? Да, нас могли провести. Кто там побывал на Луне? Кто видел, как они там бегали, да? Вот как вы думаете, это действительно в павильонах Голливуда все снято и преподнесено нам как кино, или реально люди там в конце 60-х бродили по Луне? Я всегда выступала за то, что это правда. Всегда. Потому что я отказываюсь верить, что вот этого не было. И что Спилберг там сказал, что это он снимал в павильонах Голливуда. Ну, а почему? Я знаю про этот лунный заговор, я знаю про этот реющий, либо не реющий флаг, про эту освещенную поверхность. Про это я знаю. Но, честно говоря, все говорит о том, что они были. Вот. А многие люди считают, что все это миф. Что не было этого. Ну а почему? Давайте тогда на этом немножко остановимся. Я думаю, это какие-то внутренние какой-то протест, потому что первая половина 60-х была, безусловно, нашим лидерством в космонавтике. И люди того поколения, кстати говоря, моего поколения. Угу. Я тогда в школу пошел в 60-м году, я рос в окружении вот этих побед в космосе, наших, отечественных, советских тогда. И вдруг что-то случилось, вдруг мы не на Луне, а американцы на Луне. Мне так и говорят люди пожилого возраста. Да как это так? Мы же всегда были первые. И вдруг они, а если это так, то почему они не продолжали летать на Луну? То есть вот какие-то такие патриотические чувства, какое-то воспоминание о героическом прошлом нашей страны, оно мешает поверить, что американцы... А когда с деталями знакомишься, истории этих полетов, ты видишь, что американцы, да, поначалу отставали. У них не было как-то вот направления космического, они там больше самолетами занимались. Но когда увидели, что мы рванули вперед, а тогда было два конкурента в мире, Советский Союз и США, а они быстро-быстро нас догнали уже. В середине 60-х они были вровень с нами, а в конце 60-х их экономика, что ни говори, в 10 раз мощнее нашей по валовому продукту. У них много ученых было, а после войны к ним многие немецкие ученые переехали, которые в ракетной технике были большие мастера тогда, в 40-х годах. Вернер фон Браун, знаменитый инженер, ракетчик, работал уже сначала в Германии, а потом в Штатах. И все это позволило американцам в конце 60-х обогнать нас вот на этом направлении. А что больше всего смущает людей, ну, вот, которые пытаются псевдологикой какой-то подкрепить, что, мол, ну, не были, посмотрите, вот поэтому, поэтому и поэтому. Многие вещи. Ну, тех, кто хорошее инженерное образование имеет, смущают такие тонкости. Фотографии с Луны привезли, остальные. Астронавты на фоне там Луны сняты. Небо черное, черное на Луне, атмосферы нет. А где же звезды на этом черном небе? Должны, да, кстати, быть. Где звезды? Как, где звезды? Начинаешь объяснять человеку, что Луна освещена ярким солнцем, ну, как пляж у нас. Когда вы фотографируете на пляже, выдержка, ну, экспозиция одного кадра – это тысячные доли секунды, иногда двухтысячная доли секунды. А чтобы звездочку этим же фотоаппаратом сфотографировать, нужно примерно 5-7 секунд держать открытым фотоаппарат. Звезда очень слабо светится. Так что либо вы звезду фотографируете, и тогда у вас полностью засвеченный пейзаж, никаких деталей, либо вы пейзаж фотографируете, и то небо черное, потому что звезды просто не оставляют следов. Это элементарно. Ларчик просто открывался. Это просто, да. Но это каждый раз приходится объяснять. И еще один факт исторический. Который... Владимир Георгиевич, давайте эту интригу подвесим, потому что мы сейчас должны взять паузу. Владимир Сурудин, астроном. Мы вернемся, так что не теряйтесь, друзья. Мы снова в студии. Астроном Владимир Сурудин. Владимир Георгиевич развенчивает мифы. Мы сейчас остановились на лунном заговоре. В первую очередь поговорили о фотографиях американцев на Луне. Обосновали, почему... Ну... Звезды на небе не видны. Да. И второй вот как раз была интрига, да, подвешенная. Что
что там второе, что ставят в пику? Чисто человеческая интрига. Если что-то достигнуто, то, казалось бы, отказываться от этого нет смысла. Достигли Луны? Ну, давайте летать туда каждый день. Угу. Я напомню, что это был очень дорогостоящий проект. Это и сегодня был бы очень дорогостоящий проект. И когда цель была достигнута, а цель была чисто политическая, доказать, что американцы в технике первые, что мы вторые, чтобы их технику покупали, а не нашу. Это же чисто коммерческий интерес был. Они это доказали. И в дальнейшем им уже неинтересно было летать на Луну, а нам бесполезно. Вторыми быть никто не хочет. А почему же так много лет человек не возвращается на Луну? А я напомню несколько исторических примеров, которые на ту же тему. Ведь что такое достижение Луны? Это спортивный рекорд, это прорыв вот во что-то очень далекое, почти недостижимое, с риском для жизни. Были такие истории у нас в прошлом? Конечно, были. Вспомним начало 20 века. Антарктида, Южный полюс. Люди стремились достигнуть Южного полюса во что бы то ни стало, воткнуть флаг и доказать, и проверить, что там, и доказать, что они это смогли. Достигли. В 1912 году туда пришло две экспедиции почти одновременно. Угу. Амундсена и Скотта. Экспедиция Амундсена смогла вернуться. Экспедиция Скотта погибла на обратном пути. То есть это действительно было очень трудно. 1912 год. Люди побывали на Южном полюсе. А когда в следующий раз человек оказался на Южном полюсе? Это не про космос, не надо мне задавать этот вопрос, я напомню, сами ответьте. Это был 1957 год. Прошло огромное, почти полвека, и люди вернулись без риска для жизни, работать, исследовать. Южный полюс – замечательное место, и наши, и американцы, и многие страны там работают теперь. Вернулись, чтобы заниматься нормальной работой. А еще одна история. Наиболее глубокая точка в Мировом океане. Ну, многие помнят, это Марианская впадина в Тихом океане. Людям очень хотелось туда нырнуть. Нырнули. В 1960 году на батискафе двое достигли дна Марианской впадины. Тут же всплыли на поверхность, потому что риск был колоссальный. 1960 год. А когда в следующий раз оказался человек на дне Марианской впадины, мало кто помнит, это уже 21 век, вот несколько лет назад, Кэмерон, американский кинорежиссер, нырнул, чтобы кино там снимать без риска для жизни, ему сделали батискаф. И наши там, по-моему, тоже принимали участие, как раз батискаф, по-моему, был Нет, наш батискаф только на 6 километров ныряет, uh-huh. Марианская впадина 11 километров, а вернулся через полвека, чтобы работать. Вот эти полвека – это характерный разрыв между спортивным рекордом и возвращением туда же, но уже без риска для жизни, чтобы нормально работать. На Луну мы вернемся в ближайшие годы. Туда стремятся и американцы, и китайцы, и в России делаются тяжелые ракеты для той же цели. То есть все космические державы, на сегодня это три мощных державы, ну, еще Западная Европа, и мы туда вернемся, теперь уже без риска для жизни, чтобы нормально работать, может быть, даже что-то полезное с Луны привезти на Землю. А там тесно нам не будет всем? Ой, Луна большая, что вы, что вы. А зачем там оставили отражатели? Верно, там оставили специальные лазерные отражатели, и мы ими пользуемся каждую ночь. Мы из телескопа стреляем лазерным лучом по Луне. Вы ученые? Мы астрономы. Так, да, хорошо. Стреляем, через полторы секунды луч долетает до Луны, часть его отражается, летит обратно к нам, попадает угу. в телескоп. Это специальные такие зеркала. И по времени пролета луча туда и обратно, примерно 3 секунды, мы точно измеряем расстояние до Луны. Это очень нужно. Мы и теорию движения Луны уточняем, и движение материков Земли, потому что телескоп на материке стоит, и вместе с ним куда-то плывет, и вращение Земли уточняем. А в ближайшие годы мы еще сделаем Луну и Землю частями гигантского физического прибора для регистрации гравитационных волн. Потому что, когда приходит гравитационная волна, планеты начинают друг относительно друга перемещаться. И вот эти микроперемещения в миллиметры. Мы сегодня меряем расстояние до Луны с точностью в 1 миллиметр. Да, да, это я от вас образом. Же и слышала, ну, только да. по телевизору вы мне это сказали. Замечательная да. точность. Угу. Я сам удивляюсь, как это удается сделать. Но вот то есть они прям вот работают с тех пор, как американцы разрешают всем им ими пользоваться? А там и наши. Да, на наших луноходах наши. Стоят. Угу. У нас там 2 лунохода, на них и 3 штуки американцы поставили. 5 отражателей в разных точках Луны. Прекрасная такая вот система для астрономических измерений.
Владимир Георгиевич, ну раз о планетах заговорили, я тогда спрошу, наверное, дальше вот по планетам. А вы говорите, мы будем осваивать Луну, вот-вот ракеты тяжело строятся. А как же Марс? Вы знаете, тут я посмотрела изучение. История с Марсом, это тоже большой миф. Я сейчас вам скажу, половина респондентов, то есть 48%, верят, что в ближайшие 100 лет люди достигнут Марса, а 40% считают, что первой будет именно российская экспедиция. Вот это я специально, знаете, что не я придумала. 100 лет, это, конечно, чересчур далеко хватили, я уверен, что... Они подстраховались, по-моему, да, эти исследователи. Это уж за 100-то лет мы дальше Марса улетим. Нет, я думаю, ближайшие лет 15, конечно, на Марсе. А человек. Зачем нам туда? Это так же, как в те года на Луну или на Северный полюс, слушайте, разве нет? С тех пор, как человек стал царем природы, ну, да, по крайней мере, земной природы, не надо спрашивать, зачем мы куда-то стремимся. Угу. Зачем мы стремимся удовлетворить собственную любознательность? Затем, что ни одно другое животное этого не делает, а мы делаем, и мы завоевали эту планету. Все, точка. Принято. Пока мы это делаем, мы будем царями природы. Мне хочется ответить, вас понял, шеф. Марс – самое благоприятное место в Солнечной системе, кроме нашей собственной планеты, для нас, для жизни. Там не так уж плохо. Ну, не рай, конечно. Среднегодовая температура минус 60, но, в конце концов, в Якутии живут при такой температуре. 3 метра под землей, и все хорошо, курорт. Ну, курорт не курорт, но, в общем, жить можно, да. И прежде всего мы хотим найти там собственную марсианскую жизнь. Биологи не имеют ни одного варианта жизни, кроме земной. А земная вся по одному лекалу сделана. Мы все одинаковые. И амебы, и мы все у нас практически одно и то же. Там, за мелкие... Сейчас биолог поперхнулся какой-нибудь? Нет, биолог-то как раз знает, что это так. Хорошо, так. Вот. И очень бы хотелось второй вариант жизни найти. Поэтому я лично, да вообще все биологи и астрономы, большие противники того, чтобы на Марс человек в ближайшее время попал. Человек – это биологический материал. Оружие, да, которое приедет и испортит тамошнюю экосистему. Да, заселит своими микробами, своими. А как быть тогда? И ехать нужно, точнее, лететь, да? Так мы же давно там, наши лунохвои, марсоходы там бегают. Но они же какие-то проходят, не знаю. Их обеззараживают. Обеззараживающие, да, микробы. Мы надеемся, что ни один наш микроб туда все-таки пока не попал. А если попал, то погиб. И туда им и дорога. Надо марсианскую жизнь искать. Но если не найдем, это для нас вторая запасная планета, и очень хорошо, если мы ее освоим. Так что лететь на Марс надо. Это тяжело. И пока только марсоходы... Ну, в общем, роботы туда способны летать, а человек нет. Почему? Роботы легче выдерживают радиацию космическую. Человек пока слаб. И мы не научились защищать космонавтов от радиации. Именно поэтому они близко к Земле летают. МКС, Международная космическая станция, она прям стелится по земной поверхности, летает в верхних слоях земной атмосферы, чтобы защитить чуть космонавтов. Чуть больше 30 километров, что ли? Нет, 400 километров. Над Землей все равно там еще атмосфера. Чтобы защитить. А как только вы вырываетесь от Земли вдаль, вот там по-настоящему космическая радиация вас будет... А работают над этим ученые, работают, чтобы, работают, я не знаю, там, свинцовый облегченный костюм? Вот это не метод, это не метод. Свинца столько нужно, что ни одна ракета не поднимет. Работают биологи, медики, космическая медицина, чтобы немножко медикаментозно, то есть препаратами, восстанавливать поврежденные молекулы человеческого тела. Да, кое-чему они кое-чему они научились. А вторые люди, которые над этим трудятся, это ракетостроители. Надо быстро научиться летать. Не год до Марса и год облучаться в космосе, а, скажем, за 2 недели до Марса долететь, там ничего страшного, вы большую дозу не получите. Вот это более перспективные и хорошие двигатели скоро появятся. Ну, а вы верите вот в эти хорошие двигатели? Потому что тут тоже же частное кораблестроение космическое вмешивается, с американской стороны. Так и хорошо. Это вы считаете, это здорово, да, это хорошо, здорово, это такой шаг вперед. Любой будет. Частник у себя не ворует, и, наоборот, эффективно работает, это мы прекрасно знаем. А государственные деньги в любой стране, и в нашей, и не в нашей, разворовываются и неэффективно расходуются. Да, безусловно. Но получается, что тогда нам ждать от, допустим, Илона Маска, вот этого двигателя, который нас за 2 недели до Марса доставит? Маск сейчас делает двигатели на природном газе, на метане. Это очень перспективно именно для полетов на Луну. Почему? Нам бы хотелось там заправляться. Заправки делать. Перевалочная база там. Конечно. Да? Прилетели, заправили ракету, полетели обратно. АЗС. АЗС, да. И там как раз метан производить можно. Есть из чего. Есть углекислый газ, вода, из них можно делать метан. И это хорошая идея.
У нас в стране тоже делают такие ракетные двигатели, на природном газе уже даже будут летать скоро ракеты. Это хорошая идея. Если реализуем ее, то, может быть, атомные двигатели еще. Они были раньше, но грязные. Знаете, атом, в общем, вещь такая сложная. Но если научимся делать чистые атомные двигатели без радиоактивных отходов, то это еще лучше. Да. Мы снова в эфире. Друзья мои, сегодня в гостях у нас кандидат физико-математических наук, доцент МГУ, астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич рассказывает и о Луне, и о Марсе, и все это под соусом мифов, иллюзий наших о космосе. То есть говорит о том, как есть на самом деле. А что мы должны бояться из космоса? Чего мы должны бояться из космоса? Есть что-то такое, Владимир Георгиевич? Да вообще-то есть чего бояться. Спросите у жителей Челябинска, как у них там в 2013-м пролетел небольшой астероид, и чем это дело закончилось? Хорошо, что никто не погиб, а вообще говоря, могли бы вполне там были ранены и порезанные стеклами. Кстати, самые любознательные, вот жалко мне, именно те, кто смотрел на пролет этого астероида, получили в глаза осколки стекол. Зима была, февраль, и смотрели сквозь стекло, а ударная волна пришла весьма сильная из стратосферы, там, где пролетел астероид, и бабахнула по окнам, и выбила стекла, и прямо в лица людям. А с чем это может сравнить? Прям, ну, не с атомным же взрывом, да? А именно с атомным взрывом, да. Пожалуй, ни с чем другим это не сравнишь. Это очень жутко, даже звучит жутко. Не, ну радиоактивности это не было, но удар такой воздушный был очень сильный. И вот, между прочим, астрономия-то из школы ушла уже 20 лет назад, и люди не понимали вообще, что это такое. Думали, самолет какой-нибудь летит, а что это там такое? Весь катастрофа. Да, надо бы все-таки. Вот я рад, что астрономия как предмет, обязательный для изучения, вернулась в этом году в школу. И учитель должен объяснить людям, что из космоса бывают иногда угрозы, надо быть к этому готовыми. Конечно, наша астрономическая задача – предупреждать население о таких вещах. А почему не получилось с Челябинском? А тут сразу несколько причин было. И главное в том, что эта штука, она не очень большая была, менее 20, ну, как дом, вот 20 метров, небольшой дом, да, такой? Небольшой. Летел из космоса. Мы бы его увидели в телескоп, ничего особенного в этом нет, дня за 3-4 до подлета к Земле, но он летел со стороны Солнца. Представляете, как Солнце ослепляет? Конечно, на него смотреть практически невозможно. Да, астроном никогда не наведет свой ночной телескоп на Солнце. У меня дома есть телескоп, и там большими крупными буквами написано: «Ослепнешь, не смотри на Солнце». Замечательно, правильно написано. Никогда не смотрите на Солнце. Надо на экранчик их, его изображение проецировать, спокойно смотреть. Вот, мы не смотрим, а он оттуда и летел. И неожиданно раз, и вот явился. Поэтому... То есть потому, что он летел со стороны Солнца, да? Да. Но мы придумали, как предупредить такие неприятности. Это после Челябинска думать начали? Ну, конечно, после Челябинска. То есть думали и до этого, денег не было, теперь деньги дали. А надо... Слушай, гром грянул, в прямом смысле слова. Крестьянин перекрестился. А надо телескоп не на Земле держать, а в космосе, чтобы он эту область Солнечной системы, откуда вот такие неприятности летят, смотрел не ослепленный Солнцем с другого ракурса. Со стороны. А, вот оно и что. И такие уже делаются, и скоро они в космос. Да вообще говорят, что у нас есть телескоп у России, который просто Хаббл за пояс заткнет. Да, он делает менее красочные фотографии, но он такой, с точки зрения метеонауки, невообразимо крутой. Это правда? Думаю, что это еще один миф, но он кое на чем основан. Да, все знают про космический телескоп имени Хаббла, Хаббл, который замечательно работает для астрономов. Но я, конечно, напомню, что прежде чем полетел такой двухметрового диаметра Хаббл, такие же точно летали телескопы-шпионы, которые смотрели на Землю из космоса. Ну, шпионы или разведчики, назовите как хотите. Потому что, конечно, военным всех стран важно знать, что на территории потенциального противника нам, для американцев, американцам на нас смотреть. Такие летали и у нас, и у Америки. И продолжают летать, и они смотрят на Землю. И вот какая-нибудь карта в компьютере Google Earth, вот это вот все, это они рассматривают оттуда. Ну, иногда и астрономам перепадает кое-что, чтобы на звезды. От военных, да? Да, начали посмотреть. Делиться, что ли? Случилось чудо. Ну, американцы раньше начали делиться. Мы немножечко, наша экономика послабее, нам для военных хватает, для ученых нет. Но такие, конечно, летают чаще, глядя на Землю, потому что это важнее.
считается. Ну, понятно. Хорошо, ну, коль мы про астероиды вспомнили, вот эта история об астероидах, кометах, их же тоже исследовали и думали, что вообще их легко исследовать. Притяжение маленькое летит, хотя нет, они же летят быстро. Вот я, кстати, спросила людей, проводя такой опрос по поводу астероидов и комет, они первое, что говорят, так зачем вообще на них приземляться, они же летят быстро. Они летят быстро или это миф? Ну, они летят быстро, если медленно будешь лететь на Солнце, упадешь, оно же притягивает. Так и ракеты летят быстро, и мы их элементарно догоняем. Но я чувствую, что вы слушали мои лекции в интернете. Я именно Владимир об этом... Владимир Георгиевич, не, я не признаюсь, я не готовилась. Я об этом рассказываю миф, что легко летать на астероиды и ядра комет. Астероид – большая глыба каменная, комета – большая ледяная глыба. Ну, как большая? Несколько километров. То есть камень и лед. Да, камень и лед. Но притяжение почти нулевое у того и у другого. И как мы раньше думали, подлетел на ракете, знаете, как лодочка к пристани подходит, мягко причалил и вышел на берег, да. Три попытки было, и все три неудачных. Оказалось, не так легко вот на эти легкие объекты приземлиться. Скользко же там, что ли? Во-первых, они покрыты очень толстым слоем пыли. Их метеориты взрыхляют, и они вот таким толстым слоем, реголит называется, такая пыль космическая, поэтому приземлился на них, и можешь ухнуть в эту пыль и там потонуть. И пропасть. Во-вторых, они к себе не притягивают, значит, ударившись о них, ты можешь отскочить, ты же ничего там не весишь. И вот последняя такая попытка приземлиться на поверхность ядра кометы Чурюмова-Герасименко несколько лет назад была. Известная, по-моему, даже детсадовскому. Ну да, наши астрономы еще в советское время открыли ее, замечательно, тоже ничем не кончилось. Аппарат отскочил от нее, он же весит там 3 грамма, да, ударился, отскочил, перевернулся и под камень закатился. Так что это нелегко оказалось. Наверное, их клеем надо смазать. Вот никто. Нет, вы сейчас шутите? Нет, или... не шучу. Это... Ну, был такой фильм «Москва Кассиопея», кто помнит, постарше. Вот там такой суперклей был. Я думаю, надо смазывать их клеем, чтобы они так коснулись и приклеились намертво к этой скале. Слушайте, распространены такие, конечно же, ролики в интернете, знаете, как 10 самых популярных мифов о космосе, и я вот их тоже сюда для себя занесла в записную книжку, что, сейчас скажу, звук в космосе не распространяется, человек в космосе не взрывается. Вы кивайте, Владимир Георгиевич. Звук в космосе не распространяется. Да, то есть, когда мы в кино смотрим, это все миф. И что сквозь пояс астероидов нельзя пролететь. О, пролетали уже много раз, и как никого пока не стукнуло. Ну, в конце концов, конечно, стукнет, когда будем часто там летать. Там много разной мелочи. Но пока вот 6, 7. В общем, около дюжины космических зондов пролетело сквозь пояс астероидов. Ни один не получил чего-нибудь такого крепкого. Ну, там вообще посчитали, что миллиардные какие-то доли того, что они столкнутся. Да, вероятно. Ну, мелкие пылинки по ним бьют, но ничего страшного. А крупный камень ни разу не ударил. Просто я сразу вспоминаю фильм «Гравитация», эту дыру вместо человеческой головы как раз вот от, по-моему, от камнепада на них. И страх меня берет. А днем в космосе светло или темно? Это зависит от того, солнышко на вас светит или нет. Светло и темно. Солнце в смысле? А оно как, где оно в космосе не светит? Например, когда вы летаете вокруг Земли, так. А полет вокруг Земли на низкой орбите длится 1,5 часа, у вас 45 минут день, 45 минут вы в тень Земли попадаете, ночи. Да? Каждый, вот, представляете, космонавт, 45 минут день, 45 минут ночь. Бедняги. Кошмар, да? Бедняги. Слушайте, так, про Великая китайская стена видна из космоса? Смотря кому. Человеческий глаз не особенно зоркий прибор, и он ее, в общем, не видит. А спутники, конечно, у них огромные объективы, они прекрасно видят ее. А что мы, я вернусь к телескопам, вот что мы разглядели такого, что не на потребу журналистам, что мы растиражировали, а что вы, ученые, действительно оценили и поняли, что не зря летает этот телескоп вот много лет, вот что-то такое, что... Ну, конечно, для нас мы открыли, мы дотянулись с помощью этого телескопа, а сегодня уже с помощью наземных, Хаббл-то давно летает, скоро 30 лет, мы же не сидели сложа руки эти 30 лет, мы и на Земле строили гигантские, очень зоркие инструменты, так вот и Хаббл, и эти супертелескопы последних лет, они дотянулись до края Вселенной. Вот как, но она же бесконечна, какой край? Она бесконечна в пространстве, но она конечна во времени, она родилась около 14 миллиардов лет назад. Так что та зона, которую мы можем окинуть взглядом, в принципе, ее размер 14 миллиардов световых лет.
от более далеких областей свет просто не успел до нас дойти. И все, что мы можем увидеть сегодня, это шар, мы в его центре, шар размером в 14 миллиардов световых лет. Завтра прибавится еще один день, послезавтра еще один день. Наш взгляд все дальше и дальше уходит во Вселенную. Только благодаря свету уже давно умерших светил. Да, их давно уже нет, конечно, 14 миллиардов лет, большинство звезд так долго не живет. Это жутко, это страшно. Скажите, пожалуйста, а вот... Это такая удача. Вы расскажите мне, а то я вас перебиваю, у меня один вопрос на другой, и я боюсь сбить. И все-таки мы узнаем, получается, пространство, да, вот с окраин Вселенной, что там происходит благодаря этому свету. Происходило. Происходило, да, спасибо. Что еще? Ну, более такие меркантильные, полезные для нас вещи. Например, мы узнали, чем кончится, может, это и страшно звучит, да, чем кончится эволюция нашей Солнечной системы. Белый карлик, желтые гиганты. Да, у нас Солнце ведь главный источник света, тепла и вообще начальник в Солнечной системе. Да, все остальное мелочи, и наша планета тоже. И что с Солнцем будет, то и с нами будет, понятно, да? И мы теперь, изучая похожие на Солнце звезды, можем проследить всю эволюцию нашего Солнца до конца его жизни, вот на примере других звезд. Да, они раньше родились, раньше умирают. Мы, кстати, Хаббл, более вот, телескоп Хаббл, именно детально показал нам, как будет умирать Солнце. Оно будет оно уже раздувается. Мы этого не замечаем, но оно каждый миллиард лет, ну, мы живем меньше миллиарда лет, поэтому не замечаем. Каждый миллиард лет немножко толще становится и немножко ярче. Теплее, больше тепла к нам посылает. А пройдет еще примерно 4 миллиарда лет, и Солнце начнет стремительно расширяться, и оно поглотит мир. А стремительно это как быстро? Ну, это прямо, ну, не на глазах, конечно. Ну, за 10 миллионов лет, опять же, миллионов. Ну, что такое 10 миллионов лет? Ну, ничего. Мы-то это, для нас это короткое время, для нас астрономов. Подождите, я уточнить хотела, прежде чем вы мне расскажете финалочку, да? А вот Хаббл это нам рассказал благодаря тому, что он получил информацию от такого же светила? Да, 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 именно такие. А где гарантия, что наше такое же? Вот просто только гарантия... на основе света, который Хаббл уловил? Гарантия в наших знаниях, да. Мы давно уже изучаем звезды, ну, как биолог изучает вот, слонов и хорошо знает их породы, их цикл жизненный, да. Также точно мы очень подробно знаем, как живут звезды. Хаббл в этом деле серьезную роль сыграл. И тут уже никаких новостей, ничего неожиданного не будет. Это в астрономии вот, хорошо изученная область. Звезд много. Их много. Попробуйте вот одного слона дать биологу и сказать, а ну-ка изучи его жизненный цикл. Сколько лет надо ждать там от рождения слоны слона? Долго живут. А когда стадо слонов живет, вы можете посмотреть малыша слоновьего, подростка там, среднего возраста, старика слоновьего и проследить весь их цикл. Друзья мои, куда бежать от малого карлика или от гигантского шара? Это в следующей части передачи данных. Я все-таки на этом остановилась и хочу повторить вопрос, Владимир Георгиевич. То есть мы сейчас про Марс там думаем, да, еще какие-то места освоить. А ведь если Солнце вот закончит свое существование, смысл напрягаться с Марсом? Все равно вся, получается, система-то погибнет. Ну, во-первых, не если, а когда. Солнце таки закончит свое существование, но будет делать это по нашим земным меркам достаточно медленно, и у нас будет время на реакцию, на то, чтобы как-то обеспечить себе дальнейшее существование. Так вот, Марс в этом смысле перспектива, потому что Солнце, заканчивая жизнь, начнет расширяться, расширяться, оно поглотит Меркурий, он ближе всех к Солнцу, в дальнейшем поглотит Венеру, в этом мы и раньше были уверены. Вот не было уверенности насчет Земли. Достигнет Солнце земной орбиты, съест нашу планету или нет? А как оно прям всосет, получается? Прямо всосет, да. Последние расчеты показывают, что да. Вот собака цветная, да. Прям я наша злая. Наша планета нырнет в недра Солнца, ну и туда ему и дорогу. Привет. Земной шар закончит свою эволюцию, но нам надо будет удаляться от Солнца. Нам жаркое, очень горячее будет. А Марс – это ближайшая запасная площадка. Так. Там будет хорошо, когда на Земле будет совсем жарко. Но на время. Потом и Марс перегреется, ну, там, через несколько миллионов лет, да, у нас будет время. Тогда нам надо будет дальше отодвигаться, и дальше мы уже кое-что присмотрели. Там планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, но у них планеты малоприятные. В общем, жить на них нельзя. Там и поверхности-то нет, а мы привыкли по Земле ходить. Или плавать хотя бы, да, где-то в океане. Но... У Юпитера и Сатурна есть спутники.
На первый взгляд мелочь, а они не меньше нашей Луны, а некоторые крупнее нашей Луны, они большие. Так вот, там океан жидкой воды, например, на спутнике под названием Европа, это спутник Юпитера, там гигантский океан, нормальный, соленый, ну, придется привыкать к океанской жизни. Ну, ничего страшного, можно плавать по поверхности океана. Некоторые любят это делать, некоторые нырять любят, а там не донырнете никогда. Я не знаю, у меня есть плюс, ребят, если вам покажется это плюсом, но я стараюсь, да, как могу, утешаю, потому что, согласно подсчетам американских ученых, на Сатурне и Юпитере идут градом огромные алмазы. Да, мне об этом еще химик Аганов говорил, я тогда это еще запомнила. Это все, что я запомнила главное про Юпитер. Аганов в этом деле специалист, он по высоким давлениям, да, знает, что говорит. Он только забыл сказать, что до этих алмазов не донырнуть. Он сказал, это сказал, я сейчас, конечно, так немножко, ну, да, смахнула, чтобы совсем не забудьте огорчать народ. Забудьте про эти алмазы, вы их никогда не получите. Они там, в глубинах этого Юпитера, и бог с ними, они там и пропадут. Нет, а вот спутники Юпитера – это долгожданные, они на будущее. Мы их так присмотрели, но это на далекое будущее для нас запасная планета. Ну, а потом, конечно, придется из Солнечной системы улетать. И мы этому уже учимся. Вы считаете, мы справимся? Да, конечно. Более того, я вам по секрету скажу, что в ближайшие годы уже межзвездная экспедиция совершится. И не одна. Ближайшим звездам с огромной скоростью отправятся космические зонды. Пока еще без человека, разведчики. Но это будет буквально вот ближайшие лет 10-15. А что это за ближайшие звезды? Это не в нашей галактике? Нет, 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 что, совсем соседи наши, вот ближайшие, там звезда Барнарда самая, одна из двух близких нам, Альфа Центавра, про которую все знают, самая близкая. Вот к ним отправятся космические разведчики. Хорошо, давайте тогда про звезду нашу, пока еще родную и не такую уж раздутую. Это миф, что Солнце горит? Ну, мы условно говорим «горит», ну, чтобы как-то простым словом это называть. Нет, оно, конечно, не горит. Горение – это химическая реакция, кислород там с каким-то углеродом соединяется. А в недрах Солнца термоядерные реакции, сливаются ядра атомов, а не сами атомы. Это гораздо более эффективно. Это в виде взрыва происходит в водородной бомбе. Ну, взрыв нас не очень устраивает, это военное применение имеет. А нам бы хотелось мягко, это так, потихонечку, чтобы много тепла и никакого взрыва. Учимся это делать. Вот уже строят на Земле термоядерный реактор, самый такой более-менее приличный, он во Франции делается, международными усилиями мы в этом принимаем большую часть работы делаем. Но на Солнце это происходит уже 5 миллиардов лет без всяких проблем в недрах Солнца. Очень эффективная вещь. То есть энергии хоть отбавляй. Ой, как... если мы освоим эту реакцию, то у нас океаны полны топливом для термоядерных реакций. Ой. Да, дейтерий, тяжелая вода, тяжелый водород. То есть бензин подешевеет, я полагаю. Бензин вообще никому не будет нужен. Это сейчас очень большая проблема, вот, как вы знаете, дорожает, да? Вот. Хорошо, а какого цвета Солнце на самом деле? Трудно сказать. Кто любит смотреть на Солнце, не мигая? Ну, желтовато-белое, я бы сказал, да. Белое? Ну, я бы сказала, наверное, желтовато-красное. А это вы на него смотрите во время заката или восхода, когда на него еще более или менее не больно смотреть, да? На восходе и на закате его лучи проходят сквозь большую толщу нашей атмосферы, воздуха. И из них теряется голубой и зеленый цвет. Почему наше небо голубое? Потому что рассеивается солнечный свет на нем. А остается только красный и желтый, поэтому красноватым таким, оранжевым. А попробуйте, когда оно в зените, посмотреть. Ну, больно глазам будет. Не, ну это просто невозможно. Да, оно желтовато-белое, конечно. Слушайте, ну, времени остается не так много, но вот самый ваш любимый миф. Ну, я астроном и воспитан на фантастике, с детства ее люблю. И для меня, конечно, самый желанный миф, который бы мне очень хотелось, чтобы он осуществился, это миф о том, что мы вступали в контакт с с представителями иного разума. Это миф в том смысле, что многие люди верят, что уже вот НЛО здесь, что уже они тут побывали, они среди нас, да. Нет, никаких надежных фактов на этот счет нет, но очень хочется, чтобы наконец это произошло. Мы работаем в этом направлении, мы пытаемся радиосвязь с внеземными цивилизациями найти, установить,
И а вот сейчас как раз за последние два года очень много усилий, денег в это дело влилось, вот благодаря одному нашему соотечественнику Юрию Мильнеру, о котором мало, наверное, кто знает. Юрий Мильнер, он выпускник моего родного МГУ, моего родного физфака, физик-теоретик. Ну, он работает и живет сейчас в Калифорнии, в Штатах, сделал хороший капитал себе, вполне легальный, без всяких, без воровства, нормально, своими мозгами. И он три года назад дал 100 миллионов долларов на дальнейшее развитие этой программы поиска внеземных цивилизаций. И он сейчас очень сильно активизировался. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы все-таки найдем возможность связаться. Ну, представьте себе, другая цивилизация. Мне в голове это не укладывается, понимаете? Я не знаю, что меньше укладывается в моей голове. То, что Вселенная бесконечна, а то, что черные дыры – это не дыры, или то, что существуют внеземные цивилизации? Нет, то, что мы одни во Вселенной... Она для мне нас же хочется... одних, ну, конечно. Ну нет, конечно же, нет, я поддерживаю, я на вашей стороне, Владимир Георгиевич, но мне же хочется не каких-то жучков, червячков или одноклеточек, мне хочется сразу мне какое-нибудь тоже. Гуманоидное существо. И именно этого и мне хочется. Да? Ну и червячки были бы очень интересны. Да, я бы и на них согласилась. Но хочется поговорить с приличным представителем. Человеком, да. Слушайте, а почему астрономов так мало? Я тут узнала, и я в шоке была. Да, нас довольно мало, да. Нас, знаете, сколько? Есть такая международная организация, которая всех нас, профессиональных астрономов, объединяет, Международный астрономический союз. Так там всего около 15 тысяч человек. Это на всем земном шаре. А в России человек около 400, примерно 400-450 профессиональных астрономов. Я думаю, больше и не нужно. Нам все-таки оборудование дорогое нужно для работы. Большие телескопы, они стоят денег. И те страны, которые могут себе позволить это, вот, создавать такие инструменты, там побольше. Вот США побольше, mm-hmm. Западной Европе. У России нет таких возможностей строить крупные телескопы часто, поэтому у нас не так много. Я помню, делала даже программу одну, на что астрономы тратят так много денег. Мне Сергей Попов объяснил, было дело, да, что даже ему понравилось. Хорошо, ну а всё-таки, а как вы считаете, зачем популяризировать астрономию, зачем ее возвращать в школу, если люди все равно вот настолько серы, что даже говорят в 2017-м, что Солнце вращается вокруг Земли? Это ведь действительно на голубом глазу каждый второй отвечал. Ну, вот, может быть, именно за этим. Конечно, это не жизненно важно знать, что вокруг чего вращается, да? Но очень хочется... А что тогда жизненно важно, я не понимаю? Что? Ну, хотя бы, что можно кушать, от чем отравишься. А, что не надо есть градусник? Да. Ладно, хорошо, вот, договорились. Да, не надо попадать под машину и так угу. далее. Но дело в том, что развитие интеллекта, оно в одном направлении не может происходить. Вот животные, они приспособлены к своему ареалу, к своему образу жизни идеально, идеальнее, чем человек. Они точно знают, что можно есть, чего нельзя, где можно летать, где нельзя. Ну, вы же сказали, ареал поэтому. Но да. они не развиваются, они освоили какую-то площадку. Если эта площадка исчезнет, а сколько видов животных исчезло? Вот динозавры как были приспособлены? Но не любознательны и исчезли. А человек, маленькое млекопитающее, пережило всех этих динозавров, потому что постоянно интересовалось новым, постоянно ага. искало какие-то новые выходы из ситуаций, которых еще не было, но которые могли бы произойти. Вот в этом смысле астрономия не хуже другого. Знания позволяет нам выживать, развиваться. Спасибо вам огромное. Астроном, кандидат физико-математических наук, доцент Московского государственного университета Владимир Сурдин был сегодня в передаче данных. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.